Я тут прошу. Спасибо. Спасибо. Хорошая. И пожалуйста. Так вот это, оказывается, электричество в городе включили. Это невозможно представить. Сказал. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Прошу. Спасибо. Ну что же вы, ну, вам что-то не вышло. Мы с балкона все видели. Саша, замечательно. Ну что? Спасибо. Ну, с днем рождения. Твое здоровье, солнце. За вас. Будь здорова. Поздравляю, моя дорогусенька. Целую тебя. Вот, ну единственное, просто нету времени этим заниматься. А я так люблю море, оно все время разное меняется. Совершенно верно. У испанцев есть поговорка: море как женщина. Вначале оно ласкает, потом заманивает, а потом... Что потом? Страшная вещь. Посмотрите, какая красота. Саша! Это вам. Кто это? Извините. Вика, постой! Вика, постой! Оставь меня в покое! Вика, дай поговорим! Да оставьте меня, я тебе Вика, все уже сказала! Цветы, это обыкновенные цветы, это просто подарок! Я тебе сказала, что все уже закончилось, все! Что закончилось? Все! А мое мнение тебе не интересно! Не интересно! И Вика, я не хочу тебя потерять! Ты меня ты слышишь? Меня, ты меня давно уже потерял, ты понял? Навсегда! Что значит навсегда? Что значит навсегда? Ты сама себе сможешь сказать навсегда? Да пошел ты! Ты же любишь меня! Вика. Ба, ты не спишь? Иди сюда. Где ты была? Я, конечно, не хочу вмешиваться, но ты не должна так поступать. Ты уже вмешиваешься, Ба. Мы не так часто с тобой видимся, чтобы ссориться. Когда-то нужно поговорить. Ты сама себе выбрала мужа и... Да, я люблю Сашу.
А я слышала. Ну, что ты слышала? Сплетни. С каких это пор ты идешь на поводу у сплетен, ба? Мне 25 лет, я взрослый человек. Я в курсе. Поэтому определись со своими мужчинами сейчас. Потом будет сложнее. Саша тебя любит. Ты любишь Сашу. Роди ребенка. Ба, я сама разберусь. Пожалуй, я пойду. Спокойной ночи. Угу. Если тебе все это не нужно, зачем надо было всех собирать? Ну, прости меня. Ты же обещала. Ему нужно было еще раз объяснить. Не веришь? После всего, что было? Ну, хочешь, я уеду. Решай сама. Филин? Филин? Капитан Антипенко, Никит Петрович. Значит, вы на мое место? Из самой Москвы? Мудрено, мудрено. Угу. Особая миссия? Давай на ты, капитан. Ну, тогда просто. Петрович, пойдем? Познакомился с начальством? Примерно. А теперь долго его не увидишь. У нас тут ничего не происходит. Ну, в смысле, ничего такого, чтобы их заинтересовало. У них своя свадьба, у нас своя. Черт, а?
Слышь, Филин, а чего в такую глухомань-то? Ты так и не ответил. Да проштрафился я, Петрович. Вот мне и сюда. Это как бы в ссылку, что ли? Ну, вроде того. А надолго? Время покажет. Интересно узнать, за что. Да вроде как начальство не угодил. Как-нибудь расскажу. Да нет, это я так, из любопытства. А про порт ты слышал? Нет. Не слышал? Нет, не слышал. Идет таможенный досмотр. Инспектор спрашивает, наркотики есть? Капитан говорит, а как же? Достает чемодан. Вот, пожалуйста, героин наша. Все упаковано. Инспектор говорит, а может быть и оружие есть? Он говорит, а как же, и оружие достает. Чемодан, вот, пистолеты, автоматы, все упаковано. Инспектор говорит, что и деньги есть? Он говорит, а как же, достает чемодан. Вот, пожалуйста, $1 000 000. И что, это все ваше? Нет, это ваше. А мое в трюме. Вот видишь, а у нас над этим не смеются. Так. Интересный анекдот. Слышь, Петрович. Да? А что там насчет квартиры? Ну а чего, живи здесь, что тебе не нравится? Вон места сколько. Тем более личный повар. Да. Как мы припирались с Катериной за стола. Она у меня поваром работала в столовой. А дома я готовил. Обижалась, говорит, тебе не нравится, как я готовлю. Я говорю, да ты что, Катя, просто ты у плиты там настоишься. Отдохни. Как я ему к рыбу доверить, а? Скажи, Петрович, а ты давно один? Давай за знакомство. Давай. Будь здоров. Домашняя. Еще Катя делала. 2 года почти. Обалденная рыба. Ну так, рыбу, прежде чем правильно приготовить, ее надо правильно поймать. Первый раз слышу. А это потому, что ты не рыбак, Филин. О-о-о, сейчас тяну. Вот сейчас самый клёв. Тяну, тяну. Давай, тяни, тяни. О, а ты говорил, не рыбак. Петрович, глянь. Да тут и дурак рыбак, а? Ну, хватит, наверное, а? Василий, давай к берегу! Что же она у вас такая мелкая, это вся зараза? Мелкая, но вкусная! Что это? Может, дельфин мертвый? Ага. Баллоном на спине. А он к берегу подойти может? Может, может. Вася, давай швартуйся к берегу! Хорошо. Мать честная.
Граубе, замначальника таможни. Не слабо. А ты говоришь, у вас ничего не происходит. Это в честь твоего приезда, Филин. Вы освободились. Итак? Ну что, были на рыбалке, уже все заканчивали. Подъезжаем, вот коллега обнаружил труп. Ну, мы соскочили, воду вытащили, труп на берег. Дальше. Вот и все. Дальше сообщили. Потом на базу подъедешь, не пережидает. Ну что, это Граубе? Да, он самый. Новый участковый нашел. С Петровичем. С рыбалки шли. Алло? Виктория Андреевна? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит из отдела внутренних дел. Ваш муж... Дело в том, что сегодня утром произошел несчастный случай в районе Тонкого мыса. Необходимо, чтобы вы подъехали на место происшествия. Да. Накаркал ты со своей испанской пословицей. Как там? Море, как женщина, заманивает, потом ласкает, потом убивает. Ты думаешь, убийство? Что делать-то будем? А ты что думаешь? Или ты уже ордер на арест написал? Ладно. Я пошел. Хорошо, посмотрим, что он дальше будет делать. Давай. Писали? Да. Спасибо. Часто нырял? Да почти каждый день. Внешних повреждений никаких нет. Утонул? Ну, я все понял. Идите к Алексею. Есть. Первый, слышите меня? Вот все вроде бы прояснили. Не хотите поделиться версиями? Версиями? Ты не в Москве, Филин. Ну, тогда у меня версия, товарищ полковник. Не очень похоже на несчастный случай. Надо бы вскрытие сделать. Сделаем, сделаем. Ты не волнуйся, Филин. Мой тебе совет. Ты сначала здесь... Осмотрись. Ну, в смысле ситуации. А дело мы возьмем на контроль, это я тебе обещаю. Угу. Саша! Вика, стой, Саша! стой, ты ничем ему не поможешь! Саша! Вика, слышишь? Меня. Вика, вам туда нельзя. Его убей. Успокойтесь. Вика, пойдемте со мной. Пойдемте. Пойдемте со мной. Жена? Ага. Запомни, Вика. Ты мне ничего не говорила. Я повторю это кому угодно. Его убил Радин. Доказательства? А нет никаких доказательств. Сами все знаете. Ну, что я знаю? То, что ты изменяла мужу? Ну, а какая связь с убийством? Вчера, когда все были на дне рождения, я виделась с Радиным. Последний раз, между нами уже ничего нет, но он этого не понимает. А о чем вы говорили? Ни о чем. Не было никакого разговора, просто я сказала, что у меня есть муж. Теперь нет мужа.
Прямо шекспировские страсти какие-то. Вы поймите, Вика, сейчас никто никого из-за ревности не убивает. Тем более Радин. Нет, я лучше знаю. От него просто так никто не уходит, если он сам этого не захочет. Арестуйте его, пожалуйста. Проведем расследование. Если будут основания, арестуем. Ну и правильно, Филин, что ты этого оборотня грохнул. А жизнь она все на свои места поставит. Честных людей уже не осталось. А мне повезло. В хорошие руки передаю свое дело. Петрович, а что ты думаешь насчет этого Граубе? Слава богу, это не наше дело. Михеев сам разберется. Хотя, конечно, жалко его. Мужик, в принципе, неплохой был, хоть чужой. Чужой? Ну, в принципе, местный. Ну, как бы тебе это объяснить? У нас два мира, понимаешь? В одном я участковый. Я всех знаю, меня все знают. А есть и их мир. Ну, в который нас с тобой никогда не пустят. Потому что мы там чужие. Что, и законы тоже два? Конечно. А у вас что, в Москве по-другому? Да так. Ну, так я и говорю, они нас... За людей. Вид делает, что держит. А на самом деле им на нас наплевать. Нет, мне сейчас вам сложно все объяснить, но я вынуждена задержаться, да. Попросите Анну Сергеевну меня заменить. Хорошо. Через пару дней я вам перезвоню. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу видеть Вику? Простите, а вы кто? Друг. Близкий друг. А вы, кажется, бабушка. Знаете, я бы подумал, мама. Спасибо за комплимент, но Вика никого не хочет видеть. Я исключение. Она там внизу. В мастерской. Спасибо. Зачем ты сюда пришел? Уходи отсюда. Я пришел принести свои соболезнования. Пошел вон! Это ты убил Сашу. Это я убил Сашу? А может быть, это ты убила Сашу? Он ведь так любил тебя. Поэтому и покончил с собой. Я тебя ненавижу. Давай уедем вместе. Любое место лучше этого. Останешься, все будут считать тебя виновной смерти мужа. Они уже и так считают, Вика. Они не простят тебя. Подумай.
останешься здесь. Глаз с нее не спускай до отъезда. И чтобы никаких фокусов. А если она захочет? И никаких если. Вика? Ба, ты должна уехать отсюда. Ох, я никуда не собираюсь. А если соберусь, то ты поедешь вместе со мной. Давай не будем спорить, пожалуйста. Давай. Я потеряла дочь, а внучку я терять не хочу. Ну почему потерять? Ну, Саша... Саша погиб, понимаешь, бабушка? Он утонул, это несчастный случай, все. Понимаю. Молодой, здоровый мужчина. Мастер спорта. Ты хоть сама веришь, что он утонул? Ба, уезжай, пожалуйста. Я приеду сразу после похорон, но я тебе обещаю. Ну, Викуль, что происходит? Этот тип, который был сегодня, это как-то... связано со смертью Саши? Ну, что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Вика, милая, кроме меня, тебе не на кого положиться. У тебя здесь никого. У тебя вообще никого. Ну, если ты впуталась во что-то, если у тебя была связь, в любом случае тебе нужно уехать вместе со мной. Ты понимаешь? Если было все так просто. Девочка моя, только не усложняй. Не усложняй и не бойся. Поверь моему опыту, нет выхода только из гроба. Мне кажется, я уже там. Что? Что ты говоришь? Ба, милая, я не знаю, что было в твоей жизни. Дуэли, самоубийство из-за несчастной любви. Но сейчас все по-другому. Сейчас нет чувств, нет любви, есть только бизнес и все. Господи, как вы живете? Уезжай. Хорошо. Я уеду сразу после похорон. Так значит, чем они занимаются, ты не в курсе? Кто? Ну, Радин этот. Разные болтают. И про наркотики, и про оружие. Только темная лошадка он. В 90-е годы уехал в Америку, а года два назад вернулся. Понятно. Порт? Да у него там все схвачено. Случайного человека хозяином таможенного терминала не назначат. Там такие деньжищи. Помимо этого у него склады, автостоянки на трассе. Вроде как менеджмент. А? Ну, связи, это и есть менеджмент. Выходит, Радин в Америке даром времени не терял. Обучался. Воровству? Бизнесу. Я не знаю, как это у них называется, а у нас это всегда называлось воровство. Все эти Радины, Михеевы, мордатые прокуроры, Грауби, одна шайка. А как воруют? Схема. Схема? А схема очень простая. Радин находит клиента, берет у него заказ, товар поступает, растаможка, появляется Граубе, по-черному растамаживает, а Михеев, прокурор Варявин. Это так, на всякий случай, если что произойдет, они отмажут. Да они там! Все замазаны, все! Я думаю, Граубе попросил прибавку у Радина. За это и убили. Два мира. Один здесь, другой там. Но ведь они не друг у друга воруют, Петрович. Они у тебя воруют. Вот-вот. Поэтому давай лучше выпьем. Петрович. А тебе нравится, как ты живешь? Нет. Только я уже на пенсии. Ты давай работай, Филин.
Поможешь? Бесполезно, здесь все прогнило. Ну а что ты теряешь? Ты же на пенсии. Нет, Филин. Ты к нам не в ссылку. Да, Петрович, я к вам из Кремля. Так тебе легче. Давай. Вы ко мне? Здравствуйте. Это Паха, у нас гости. Кто? Да Петрович участковый. Что делать? Ничего. Старый шут не при делах. Пусть она лучше с участковым поговорит, чем с кем-то еще. Понял. Ну вот опять то же самое. Вика, ну как я смогу вам помочь, если вы мне не доверяете? Да я доверяю. Но сомневаетесь в моих способностях? Или в моих возможностях? Рядовой участковый, фактически на пенсии. Ну кто-то должен прервать этот порочный круг. Или вы надеетесь на Михеева? Нет. Вы хотите знать, что произошло с вашим мужем на самом деле? Да. Ну, давайте сотрудничать. Да ладно, что там на самом деле? Я и дела уже сдаю. Вместо меня теперь будет новый участковый. Прибыл из Москвы, фамилия Филин. Так что со всеми вопросами к нему. Спасибо. Да не за что. Вот моя визитка, но... Телефоны те же. Так что, если что, звоните. Угу. Здравия желаю. Экспертиза установила, что Грауба действительно утонул. В легких обнаружена вода. Но только вода пресная. Вывод. Граубу утопили в другом месте, а потом тело бросили в море. Похоже, что костюм для дайвинга натянули уже на труп. Я так и думал. Что теперь? Ничего. Напиши другое заключение. В легких Грауба обнаружена морская вода. Ну, и так далее. Угу. Вот. Приобщи к делу. Мне этим заниматься некогда. Как будто мне это надо больше, чем ей. Да не переживайте так, Петрович. Да она же не местная. И после смерти Грауби ее просто эта шайка раздавит. Ну как она этого не понимает? Ну ты же кадровый милиционер. Человек другой формации. И все равно сомневаешься. Перемена наступит, но не так быстро. Иначе все это не имеет смысла.
Аккуратней! Раскроешь рот, зарою. Понял? Ага. Собери. Тебя тоже касается. Сделаем. Принимай. Пресная вода в легких? Что за чушь? Не чушь. Это убийство. Зачем ты мне это рассказываешь? Лучше я, чем ФСБшники. Они скоро будут здесь. Это угроза? Нет. Один из возможных вариантов. Значит, есть и другой. Несчастный случай. Всем известно, что Грауба глубоко погружался. Эх, Михеев, Михеев. Зачем ты мне это рассказываешь? С каждым разом все труднее. Тем более этот новый участковый из Москвы. Угу. Начнет копать. По закону имеет право. Сколько ты хочешь? Грауба больше нет, а его доля осталась. Может быть, мы пересмотрим наш договор. Тот, кто твердо уверен в направлении своих желаний и живет так, как мечтает, неизбежно и внезапно сталкивается со своим успехом. Что смотришь? Жорж Сорель, «Размышления о насилии». Читал? А ты вообще-то читаешь, Михеев? Ладно, нужно посидеть, посмотреть цифры. Как скажете, так и будет. А несчастный случай мы уже оформили. А что с новым участковым? Филин? Да он уже свое получил. Пусть скажет спасибо, что его вообще не посадили. Думаю, будет тише воды. Думаешь? Ну а что он вообще может? У него никаких контактов. Старый шут Петрович, да и только. Поговори с ним. Что, мне с ним поговорить? Ах, ну почему я один здесь за всех все решаю, а? Михеев! Что с вами со всеми будет, если я вдруг утону? Досье на Филина. Подробное. С детского сада. Понял меня? До свидания. Всего доброго. Thank you.
Ваш билетик. 15 ноября, Краснодар, Санкт-Петербург. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Осторожно. Ничего. Виктория Граубе? Да. Я капитан Филин. А, участковый. Никита Петрович мне говорил. Мне очень нужно с вами поговорить. Да, о чем? Пойдемте, я объясню. Хорошо, пойдемте. Вика, поедем. Тебя ждут. Вы его знаете? Нет. Виктория, не будем все усложнять. Девушка не хочет ехать с вами. Слушай, по-моему, тебя никто не спрашивал. А стоило бы. Я ваш новый участковый, капитан Филин. Ах, участковый. На, держи. Ты чё, Филин, плохо днем видишь? Дурачок. Деньги не нужны? Ты чё? Нет, поганый! Ты что, совсем обрызел? Гад. Порядок. Давай голову береги. Ты не на того наехал. Пошел. Извините. Мы с вами обязательно еще поговорим. Вылезаем. Быстро. А ну вылезай, Шушкевич. Да ладно, все. Кому говорят? Ну-ка. Ну давай, вылазь, вылазь. Иди, говорю. А что такое? А что я сделала-то? Что такое сделала-то? Я говорю, пойдем. Куда пойдем-то? Ты куда пойдем? Ты куда ж ты меня тащишь-то, Ирод? А что я сделала такого? Да я ничего. Да иди. Да стояла я просто, не мои цветы. Разрешите? Проходите. Спасибо. Радин. Приехал извиниться за инцидент. Сегодня в авиакассе это недоразумение. Филин. Капитан Филин. Не скромничай, майор. А что касается девушки, это личное. Знаешь, наверное, о наших неотношениях. Вижу, знаешь. Тут не то, что милиция, тут черт ногу сломит. А с законом мы дружим. Ты бы отпустил его, дурака. Ну как же. Оскорбление представителя власти. Статья 319. Исправительная работа до года. А штраф там не предусмотрен? Предусмотрен. До 100 минимальных размеров оплаты труда. До 100? А сколько это? Минимальный размер. Убери. Новый человек. Всегда загадка. Ну, для вас, похоже, загадок нет. Все мы ошибаемся. Ты тоже майор. В смысле? Я о том, что случилось в Москве. Это не ошибка. Ты ведь человека убил. Милиционера. Я убил предателя. Предателя? Если один идет в ногу, а весь взвод нет, что? Весь взвод предателя? Слишком сильное обобщение. Ясно. Что ты теперь собираешься делать в милиции, майор? Работать. Я не знаю более обнадеживающего факта, чем человеческая способность поднимать свою жизнь на недосягаемую высоту усилием собственного сознания.
Француз один. Жорж Сорель. Философ. Ну что ж, раз взяток ты не берешь, хочу тебе кое-что предложить. Полковник Михеев, ни то, ни сё, ни рыб, ни мясо. С твоей точки зрения, первый кандидат на пулю. Вот как? Ну, это я так, к слову. Думаю, через годик ты займешь его место. Не зря ж тебя сюда прислали. Так что поработай, майор. Присмотримся друг к другу. Ты как, не против? Поработаем? Мне нужен один надежный человек. На склад. А что, воруют? Ну, нет. У меня лучшая охрана предприятия на побережье. Но еще один наш человек не помешает. Я не ваш человек. И я на государственной службе. Сержант! Да, товарищ капитан. Освободите Загибайлова. Есть. Забирайте. Простите. К сожалению, я вынужден вас покинуть. Спасибо. Дела служебные. Держитесь. Держитесь. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Вика. Филин вчера хотел сказать, что убийца твоего мужа будет обязательно пойман. Вика, я тоже не верил, но надо что-то менять. Ну, давай просто поверим. Просто поверим. Никуда не ходи, ни с кем не встречайся. Если что-то произойдет, звони по телефону. Номер ты знаешь. И делай все, что говорит Радин. Собирай информацию. И верь. Верь. Филин, за мной приехал. Знаешь, где он остановился? У Петровича. Вот как. Ну что ж. Сегодня день печальный, тяжелый. А завтра надо бы навестить Петровича. У нас с ним всегда были хорошие отношения. А вот с Филином у него что-то не сложилось. Повздорили, видать, крупно. По пьяни. Да ты не бойся. Филин в Москве мента завалил. За это сюда и сослали. А Михею я позвоню. Потом. После. Нам и нужно-то всем пару дней. И за Викой. Глаз да глаз. Чтобы ни с кем ни слова.
Поехали. Разрешите мне сказать. Обычно я говорю долго и путанно. Должность такая, будь она неладна. Но сегодня я буду краток. За хорошего человека. За нашего Сашу. Пусть земля ему будет пухом. Все это нелегко. Да, пойду выйду на секунду. Ага. Лена, передай, пожалуйста, салатик. Извините. Как сказать? Извините. Выйди отсюда. Как ты посмел? Что ты решила? У меня есть выбор. Выбор всегда есть. Давно бы уехали. Когда едем? Скоро. Очень скоро. Послезавтра. Куда? Пусть это будет для тебя сюрпризом. Мне надо идти. Товарищ капитан, вам тут звонили. Кто? А женщина какая-то вот записал. Виктория Граубе. Ну-ка дай. Что хотела? Да вот телефон оставила и трубку бросила. Откуда? Столько вещей. Приезжала гораздо меньше было. Все наспех, все наспех. Это только так кажется, ба. Документы проверила? Сейчас. Билет вот. Паспорт. Паспорт? А где паспорт? Ба, ну ты вечно куда-нибудь засунешь. Ну посмотри. Ну он же здесь где-то лежал. Ну посмотри. Ну я видела, он здесь лежал. Я видела. Видела, видела. Ох, спасибо. Ну вот куда так торопились, а? Времени еще навалом.
Вика, я тебя очень прошу, звони как можно чаще, по любому поводу. Днем у меня лекция, вечером я в основном дома. Извините, дверь была открыта. Виктория Андреевна, у меня к вам дело. При оформлении свидетельства о смерти допущена неточность. Могут возникнуть проблемы при переоформлении недвижимости на ваше имя. Какая неточность? А я сейчас вам покажу. Нужна ваша подпись. Вот здесь. Благодарю. А завтра нельзя было это сделать? Нельзя. Уезжаете? Это я уезжаю. Присядем на дорожку. Ну, с Богом. А как? Что как? Едете как? Поездом? Самолетом. Страшно, но быстро. Завтра из Голубой бухты Радин уходит на катере. Слушай приказ, Филин. Сам ни во что не вмешивайся. Его возьмут наши ребята. Не могу подчиниться, товарищ генерал. Не нужно было меня посылать. Ну, хорошо. Только не наломай дров. Ладно. Буду действовать по обстановке. Действуй. Все. Конец связи. Будь умницей. Угу. Не волнуйся, все будет хорошо. Я знаю. Пока. Я тебя жду. Иди. Пока. Иди, иди. Сердца. Посмотрим, заглядывать не будем. Молодость финансы нет конца. Спасибо, нас, ребят, пилоты сидят. Вас приветствую. Ну не сердись, ну. Пилот первого класса. Под крылки на юге. Вы все находитесь на борту. Отъездите. Клоун. Создано из КБ имени Сухонькова. Главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему? Потому что 9 стюардесс наказывал пассажиров. Небольшая инструкция. Взлететь имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете. Кудьонсен. 5-1. Да. В случае с Челси, если запахло разгромом, ух ты! Наши выигрывают. Дема без огня не бывает. Игорь Гудьонсен.
Здорово, Петрович. Какой счет? Петрович, ты что, заснул, что ли? Это плановая перестановка. Она готовилась, естественно, еще до этого забитого мяча. Действительно ушел с поля Дрогба. Нет, Шон Райт Филлипс. Здесь я не угадал. Диди Дрогба, Гуд Йонсен и Карлтон Коул. Вот такая сейчас ситуация. Интересно будет посмотреть, какие позиции из них займет. И, в свою очередь, перестановка в составе Болтона. Фабрис Эрнандес, номер 23, поменял. Где один, там и второй, да, Филин? Что ж ты так своих-то не любишь? Нехорошо. Потрясающий отрезок в жизни этого полузащитника. Очень яркие матчи за английскую сборную. Забитые мячи. И вот продолжение этой истории. Для него и товарищ полковник, это Филин. Еще одно убийство. Капитан Антипенко, Никита Петрович. Петрович. Дома. Вам нужно взглянуть на это самому. Приезжайте один, так будет лучше. Алло. Давай на склад, быстро. Всех. Какая разница, что ночь? У меня второй труп. Петрович. Дурак. Наряд вызвал? Так точно, товарищ полковник. Ну, ладно. Мне ехать надо. Ты тут дальше сам с ребятами. Ты не поверишь. Он ведь у меня один из лучших был. Такой, правда, с приветом, но настоящий.
Ругались мы часто. Но ведь он почти всегда прав был. Прав? А этот мерзавец за все ответит. И за смерть Грауба. Ты ответишь. Полковник. Вы все. А ты думал, только Радин? Так вот, значит, зачем ты здесь? Не я, полковник. Закон. Ну-ну. Оперативно-розыскное дело. Контрабанда? Создание целого сектора теневой экономики. Подлог документов, офшоры, фирмы-однодневки, банки-паразиты. В общем, весь набор. Под видом одного товара возят другой. Убыток государству на миллионы долларов. Филин, тебе легенда не нужна. Поедешь как есть. На месте сориентируешься. Связь лично со мной. Слушаюсь, товарищ генерал. Выносите. Ну вот и все. Спасибо. Держись. Закрывай. Поехали. Главное, бабушку отправила. У меня кроме нее больше никого нет. Мама с папой погибли в аварии. Мне 17 только исполнилось. Возвращались ночью с выставки из Москвы. Я жду, жду, а их нет, нет. Утром позвонила бабушке. Она мне ничего не сказала. Я сразу все поняла. Знаете, иногда только по одному голосу можно понять, что что-то случилось. Дика, теперь все будет хорошо. Ты в безопасности. Я долгое время не могла себе представить, как дальше жить, что делать. Ну, уехала в Москву, поступила в Строгановку. Там все еще помнили папу. Легко так поступила. Но конкурс прошла не из-за отца. Ну, просто мне это легко давалось. Там же и с Сашей познакомились. Наверное, это не моя жизнь. Я не хочу так больше. А так больше и не будет. Это твоя жизнь. И никуда ты не уедешь. Я тебе обещаю. Ну что, прибыл, наконец! Что за срочность такая? Похоже, Радин валит со всеми своими бабками. Ты об этом знаешь? Куда валит? В Москву орден получать! За что? Ты что, совсем что ли? За нелегальный ввоз мобильных телефонов. Организацию черного рынка сбыта. Махинации в особо крупных размерах. Тебе что, все рассказывать? Чего паникуешь, Михеев? Товар здесь, а Радин его не бросит. Да насрать он хотел на этот товар! Филин, это мент из Москвы! Засланный казачок! У меня два трупа. Я один за все отвечать не буду. Вы все в этом деле, все! Михеев,
У нас вечером с Радиным баня. Поговорим. Да какая к черту баня? Сейчас надо все решать, если не поздно. Поехали! Что скажем, Михеев? Это ты, у нас мастер разговаривать. Думай. Пистолет с собой? Что? Как ты собираешься трупы закрывать? Филин наверняка уже в Москву настучал. Ты представляешь, что завтра здесь будет? Что ты конкретно предлагаешь? Пистолет с собой. Ну? Наряд милиции надо вызывать. Зачем? Задницы свои прикрывать! Звони, идиот! Мы к Олегу Алексеевичу. Ага. Иду, иду. Мы поговорим. Вы войдете по моей команде. Есть. Никого. Так. И что теперь? Ничего. Вика, Викуленька, Викочка, все, просыпаемся. Что ты здесь делаешь? Поехали. Ты вещи собрала? Какие? Ты вещи собрала? Нет, подожди, я никуда не поеду. Вика, мы еще... Нет, я не могу. Вика! Кто? Пусти меня! Пусти! Куда ты меня тащишь? Оставь меня в покое, мне больно! Оставь! Да кто тебя сбраживает, тварь? Отпусти меня! Отпусти меня!
Куда мы едем? Куда ты меня везешь? Я не хочу! Светлое будущее. Останови машину. Ты слышишь? Останови машину! Не трогай меня. Я с тобой никуда не поеду! Я сказала, останови машину! Не трогай руль! Отпусти руку! Ты сказала, останови! Я с тобой никуда не поеду! Куда ты меня везешь? Превратил меня в ничтожество. Ты заставил меня любить тебя. Ну зачем я тебе нужна? Да не трогай ты руку, дура. Ну зачем я тебе нужна? Скажи, пожалуйста. Вокруг тебя смерть. Ну отпусти меня. Ты не слышишь? Тебя? Открой дверь. Я тебя ненавижу. Да нет, нет. Да ты меня везешь, я не хочу. Что такое? Вика! No!
Пока бери огонь, не оказывайте сопротивления. Все. Повторяю, Федеральная служба безопасности. Пока бери огонь, не оказывайте сопротивления. Все нормально, майор? Что с девушкой? Авария. Где? Там, на дороге. Видишь, я никуда не уехала. Это моя жизнь. Сигарету дай.